Уже 2 года эти женщины борются с несправедливостью. Они работали в охране на водоканале Камских Полян. За несколько лет до пенсии их сократили. Говорят, уведомлений и предупреждений не получали. Предприятие должно было выплатить 300 тысяч рублей на всех, но денег нет до сих пор. Организация объявила себя банкротом. С руководством мы встречались, говорят, что мы вам выплатим. А выставили на продажу, там что-то они выставили, не знаем, что они там выставляют. И вот когда они продадут, значит, они нам отдадут денежку. Бывшие работники писали десятки обращений в различные инстанции, но результата нет. Мы обращались в трудовую инспекцию, да еще в суд звонили, это в суд обращались, в прокуратуру обращались. А в суд мы обращались в Нижнекамск, мы его выиграли. А после суда мы обращались в администрацию нашу. Администрация нам сказали, что вам отдадут денежку. После этого мы обращались в приемную президента Миниханова. А пришел ответ, что передали судебным приставам, отправили письмо. И такой ответ нам пришел. Ну, в общем, больше нет. Изначально борьбу за свои кровные начинали 5 человек. Но одна из женщин скончалась от инсульта, так и не дождавшись выплат. Габшакирова Макфира. Она у нас была сторожем, вот, нас всех сократили, но потом, столько лет она много проработала, потом вот тут у нее инсульт, и она до Нового года, Надя, она тебе звонила, она звонила, спрашивала про эти деньги, но вот так-то как-то получилось, еще раз ее, видимо, инсульт, и она умерла. Нынешний конкурсный управляющий прокомментировал, что идет реализация имущества, и вырученные деньги пойдут на уплату долгов по заработной плате работникам. Только когда это произойдет, неизвестно, так как идут постоянные судебные процессы. Эдуард Миникаев, Булат Абдульманов, Новости НТР.